10 февраля в музее Чувашской вышивки откроется выставка «Серебряная кладовая». Это первый в республике оборудованный выставочный зал, в котором будут представлены уникальные предметы ювелирного искусства. Выставка создана при грантовой поддержке главы Чувашии. Для древних чуваши украшения являлись частью культа и символизировали связь миров. Они отражали народную философию и мировоззрение, подчеркивали возрастной и социальный статус человека. Серебряная кладовая представит лучшие образцы традиционных чувашских украшений, изготовленных из серебра и бисера. Большая их часть – уникальные экспонаты из коллекции Чувашского национального музея. Сейчас специалисты отбирают, реставрируют и готовят изделия к выставке. Этот материал был собран и начинал собираться с 1921 года. В этом году мы празднуем уже 96 лет нашему музею. И поэтому у нас хранятся уникальные предметы, экспонаты 18-19 века из серебра. Здесь представлены украшения, которые мы будем показывать вот в этих витринах в этом зале, трех групп чуваши. На экспозиции будут представлены и этнические украшения, которые созданы в наши дни. Первой выставкой из частного собрания, приуроченной к открытию «Серебряной кладовой», станет коллекция по зову предков художника-ювелира-геральдиста Владислава Николаева.